Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Захаров, модель и преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. И сегодня я поделюсь с вами основными правилами успешной карьеры модели. Будьте умными. Даже если вы обладаете естественной красотой, которая будет идеально подходить для этого бизнеса, знайте, что красота не всегда помогает добиться определенного успеха. Всегда пользуйтесь любым шансом, который вам преподносит, как шансом проявить себя. Если вам дают возможность поехать за границу, это не значит, что именно сейчас вы добились того, чего давно хотели. Славы, денег, много работы. На самом деле это именно тот самый момент, когда начинается самая трудная и самая тяжелая работа, которая полностью зависит от вас. Как вы себя проявите, как вы будете к этому относиться, так вы зададите темп вашей работы. Будьте бдительными и осторожными. Вокруг модельного бизнеса существует много аферы, которая тем или иным образом хочет выманить из вас как можно больше денег, подсунуть вам липовый контракт. Никогда не подписывайте никаких документов, никаких бумаг, кроме ваучера, если только эти документы не разрешили подписывать вам ваши агенты или менеджеры. Никогда не лгите о своем профессиональном опыте. Также никогда не говорите неправду о своих параметрах. Профессионалы всегда видят, с кем они имеют дело. Если они видят вас не профессионала, а вы стараетесь им преподнести себя как профессионала с большой буквы, то, к сожалению, вы не сможете найти общий язык. А самое, что жуткое в этой ситуации, это то, что заказчик может просто отказаться от работы с вами и внести вас в черный список. Будьте внимательны и образованы. Обязательно изучайте английский язык. Очень многие модели нарушили свою карьеру именно из-за незнания иностранного языка. Барьер в общении не дает вам никаких плюсов и также не дает плюсов вашей модельной карьере. Всегда приходите в назначенное время. Направляясь на работу, оставляйте свои личные проблемы за дверью. Никого не интересует ваши личные переживания, ваше настроение. Вы всегда должны быть 100% настроены на работу, быть в хорошем расположении духа. Для заказчика очень-очень важно продать свой продукт, и чтобы это сделала действительно профессиональная модель. Всегда относитесь с уважением к людям, с которыми вы работаете. Фотографы, менеджеры, дизайнеры. Выстраивайте с заказчиками приятные и теплые отношения. Следите за своим рабочим инструментом, именно за вашим внешним видом. Синяки, ссадины, царапины, шрамы могут лишить вас той или иной работы. Будьте аккуратны, избегайте каких-либо татуировок, потому что татуировки тоже могут ограничить вас в какой-либо работе. Никогда не отчаивайтесь после кастинговых неудач. Если вас не отобрали на кастинге, это еще не конец вашей карьеры. Очень многие успешные модели не раз не получали работу на кастингах. Всегда держите в голове цель, всегда стремитесь вперед, потому что неудач на кастингах будет столько, что вы даже не сможете их сосчитать. Так или иначе, судьба в скором времени повернется к вам лицом, и вы не заметите, как так или иначе получили ту или иную работу. Никогда не доверяйте и не откровенничайте со своими коллегами. Среди вашей работы не существует друзей. Модельный бизнес – это сплошная конкуренция. Старайтесь всегда не врать и верить только себе. Вы можете быть уверены только в своих силах. Доверяйте только себе. Всегда анализируйте свои неудачи. Почему вас не отобрали на кастингах? Почему вы не получили ту или иную работу? Всегда находите ошибки. Отрабатывайте их, чтобы в следующий раз обязательно их избежать. Также всегда анализируйте успешные ситуации. Что помогло вам получить ту или иную работу? Держитесь этой планки, совершенствуйте ее и достигайте новых и новых высот. С вами был я, Дмитрий Захаров. Всем пока-пока и удачи!